Хоккейный клуб «Адмирал» завершил двухматчевую серию с китайским новичком КХЛ. На своей площадке приморцы два раза принимали Куньлунь Ред Стар. Первая встреча началась с активного давления хозяев. Моряки жаждали реванша после сентябрьского поражения. Тем не менее, счет в игре был открыт только спустя полтора периода. Фисенко прорвался по флангу и выстрелил в дальний от вратаря угол 1-0. Гости довольно быстро отыгрались, реализовав свое первое большинство. Ничья моряков не устраивала, и вскоре Саюстов, получив шайбу, обыграл вратаря гостей. Драконы пытались счет сравнять и в конце встречи сменили вратаря на шестого полевого игрока. Но это им не помогло. Александров дальним и точным броском забросил третью шайбу в пустые ворота. 3-1 победа «Адмирала». Есть, наверное, больше, чем обычно, на день, наверное, лишний, чтобы посмотреть игру соперника, да, разобрать какие-то нюансы, моменты. А так, в общем-то, я думаю, что большого значения это, если честно, не имеет. Третий период уже выходили, такое было ощущение, да, игра идет до гола. Хорошо, что его забили. Вот, но то качество игры, конечно, которое мы сегодня продемонстрировали, оставляет желать лучшего. Прочувствовав все нюансы домашней игры моряков, китайские новички имели шанс на мгновенный реванш. Гости открыли счет уже на 57-й секунде, воспользовавшись потерей концентрации наших защитников. После такой быстрой шайбы «Адмирал» попытался взять инициативу в свои руки. Моряки отыгрались к концу периода благодаря точному броску от синей линии Ильина 1-1. Однако тут китайский клуб вошел в раж и за пару минут вколотил сверху еще две шайбы. При таком раскладе адмиральцы потеряли не только в настрое, но и в прессинге. Ничем лучше, чем одиноким голом, под конец матча моряки ответить уже не смогли. Итоговый счет 3-2 в этот раз в пользу Куньлунь Ред Стар. Ну, хороший матч. Если в прошлом матче удалось забить «Адмиралу» решающие голы, да, то в этом матче удалось это сделать нам. И, в общем-то, хорошо, что заработали сегодня 3 очка. Это очень важно для нас. Много было индивидуальных действий, то есть Куньлунь удалось разбить, да, нашу игру так на отдельные части, то есть не было у нас такой целостности. От этого, я думаю, такой сегодня результат. Ну, да, сейчас немножко вздохнем и будем готовиться, так, можно сказать, так, ко второму этапу. Моряки закрепились на 6-й строчке в конференции «Восток». Ближайший матч «Адмирал» проведет 8 ноября на выезде. Приморцы сыграют с хоккейным клубом «Минск». Максим Яковлев, новости спорта на 8.